Продолжается ремонт поликлиники номер 2 Люберецкой областной больницы. На сегодняшний день в правом крыле здания работы практически завершены. Там уже идет прием пациентов. Подробности в нашем следующем сюжете. В правом крыле поликлиники на Льва Толстого появились новые комфортные зоны ожидания. Потоки пациентов распределены так, чтобы не создавать очередей. Работает обновленный кабинет ультразвуковой диагностики. В помещении, где делают рентгеновские исследования, ремонт близится к завершению. Перешли все врачи, терапевты в новые кабинеты в правом крыле. Ведется прием в полном объеме всех специалистов, которые есть на данный момент. Готовимся к началу ремонта в левом крыле. В дальнейшем завершении. Ну, конечно, лучше. Лучше, потому что, в общем-то, настроение совсем другое. Обновления не нужны, безусловно, тем не менее, и внешне тоже. На сестринском посту обслуживание замечательное. Галина Васильевна здесь прекрасная, доктор на физиотерапии. Оценить преображение поликлиники в полном объеме пациенты смогут после завершения всех работ. Это произойдет в третьем квартале 2023 года. Луиза Игиазарян, телеканал ЛРТ.